нашу цель. Производство игрушки наставника. Игрушки Капрала. Нас тут чуть не поймали. Ходит там один. С вороной. А этот-то что здесь вынюхивал? Ты даже не представляешь, девочка, в какие игры ты ввязалась. Сказочный вечер, лужайка, балкон. Я знаю, нам может помочь только он! Это не он, это я. Мальвина! Пред нею одною я падаю ниц. Мальвину унес огнедышащий птиц. Надо же, неприятность какая. С этим надо что-то делать. Беру все в свои руки. Какой смелый. Ух ты. Ну, глупый. Впереди новые приключения. Не знаю, какие, но...